вам про наши летние новинки. Давненько у нас не было настроенческих ароматов с ярким веселым характером. В начале года парфюмерные новинки были лиричными и достаточно классическими. Но это лето мы решили взорвать яркими неоновыми красками и с ума сводящими вкусными парфюмами. Мы запускаем коллекцию из трех ароматов в мини-объеме 10 мл. Это молодежная коллекция для учениц, для студенток и для всех, кто молод душой. Мы запускаем эту коллекцию за месяц до начала учебного года, чтобы все учащиеся начали год не только отдохнувшими и с новыми силами, но еще и вкусными и ароматными. Названия ароматов очень запоминающиеся. Joyful – радостная, Playful – игривая и Graceful – грациозная. Обратите внимание, как мы обыграли название. Мы сократили слова, так как молодежь это часто делает, общаясь в соцсетях и отправляя сообщения. И уже в названии у нас получился наш логотип FL. Мы его облекли в сердце, символизируя этим нашу любовь к бренду и вкладывая двойной смысл. Например, Joyful – это не просто радостная, а еще Joy – радость с Faberlic. Еще один мегатренд, который мы заложили в продукт – это забавные месседж-сообщения. По пеналам, по флаконам, по колпачкам у нас разбросаны забавные фразы, которые интересно читать, рассматривать, они поднимают настроение. Например, «It's love perfume». Так мы перефразировали название знаменитой книги «Ешь, молись, люби» и призываем нашим ароматом «Ешь, люби и пользуйся парфюмом». Или «Relax, take it perfume». Это уже наша вариация фразы из некогда известной песни, и мы ей говорим «Спокойно». Воспринимай все парфюмерно. Ну или другая фраза «Boys tears» – «Слезы парней» и много других смешных забавных фраз. Но в коллекции, конечно, самое главное – это сами ароматы. Парфюмерная вода Graceful очень грациозна и нежна. Это изящный цветочный букет, неожиданно украшенный сочными брызгами лайма и терпкими нотами можжевельника. Аромат Joyful, как и следует из названия, это аромат радости. Это сочный микс из яблок, клубники, земляники, малины, ежевики, черники, черешни. Это будет очень вкусно. Я уверена, что хитом этой коллекции станет аромат Playful с нотами дыни и арбуза. Аромат пахнет жвачкой. Но это такая вкусная жвачка, которой хочется просто благоухать. Ароматы в коллекции получились такими классными, что я уверена, что не захочется с ними расставаться. Но этого и не нужно делать, потому что флакончики настолько лаконичные, что они поместятся в любую, даже небольшую сумочку. Эти новинки вас ждут совсем скоро, уже в 11-м каталоге.